Привет, друзья! На Мальте завершается сбор Академии парусного спорта в классе «Оптимист». Интересные новые технологии, особенно мультимедийного сопровождения тренировочного процесса, были отработаны. 12 спортсменов совершило бесчисленное количество лайнапов, лайндаунов, крутили восьмерки, отрабатывали старты, настройку лодки. В общем, очень интересный сбор получился. Стояла достаточно глобальная задача, нам нужно было отработать методику проведения подобных сборов, чтобы мы могли правильно распределять упражнения, распределять детей на этих упражнениях и проводить продуктивные разборы по каждому упражнению. Я научился правильно измерять завал, я еще раз повторил, как на какой ветер, сколько миллиметров привязываешь керсики. Ну и, в принципе, я набрался опыта. Я научилась ходить под средний ветер, я научилась ходить на больших волнах. Проходили, как измерять завал, слабый, сильный ветер. Я научилась ходить в сильный ветер. Больше всего понравилось мне ходить на больших волнах. У вас 7 секунд до старта, вы находитесь здесь. Молодцы. Все призы и подарки розданы. Нам остается только попрощаться с вами, уважаемые друзья. Увидимся на воде, ходите под парусом. Любите парусный спорт. Пока.